spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен интересный аксессуар. Это намочек лески Line Revinder от компании Kasadaka. Его основное предназначение – облегчить процесс перемотки лески или шнура с бобины на катушку. Инструмент очень компактный и легко помещается в кармане одежды, а вес составляет чуть менее 10 граммов. Давайте посмотрим, как он устроен и как работает. Конструкция этого аксессуара весьма проста. Он состоит из небольшого металлического карабина с пружинной защелкой, а также двух трубочек диаметром 8 мм, сделанных из легкого, но прочного материала. Длина средней трубочки с логотипом Kasadaka составляет почти 6 см, а поперечная имеет длину неполные 5 см. Все элементы соединены между собой с помощью двойной резинки. А теперь я продемонстрирую, как пользоваться этим нехитрым приспособлением. Берем бобину с леской, которую собираемся использовать. Далее оттягиваем и разворачиваем нижнюю трубочку намотчика. Продеваем Line Revinder в отверстие бобины и отпускаем. Как мы видим, леска зафиксирована, и теперь ее можно подвесить за карабин и приступить к перемотке на спиннинговую катушку. Крепить намотчик лески можно куда угодно. В домашних условиях это может быть мебель или дверная ручка. А непосредственно на рыбалке можно воспользоваться веткой дерева или куста. В интернете можно найти варианты с подвешиванием на входное кольцо спиннинга. Давайте так и сделаем. Да, такой способ работает, но не стоит сильно быстро крутить ручку катушки, чтобы не разгонять бобину и леска не слетала с нее по инерции. Есть еще один вариант использования данного устройства. Проденьте его в петлю для пуговицы на одежде, и получится дополнительный карабин для рыбацкого инструмента. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.